При поддержке Салаватской епархии в Башкирии прошла благотворительная выставка работ подопечных психоневрологических интернатов и домов-интернатов для пожилых людей-инвалидов. Целью проекта стал сбор средств для монтажа пандусов. Подробности далее. «Полет души моей» – так назван благотворительный проект Салаватской епархии. В начале марта при поддержке администрации города, организации «Материнское сердце» в культурно-досуговом центре «Агидель» проходила благотворительная выставка работ, которые были созданы подопечными домов-интернатов и детьми с ограниченными возможностями здоровья. Также свои поделки для выставки создавали воспитанники воскресных школ, храмов Салавата и Ишимбая. Торжественное закрытие экспозиции посетил глава епархии, епископ Салаватский и Кумертауский Николай. Апогеем стал благотворительный концерт вот в день закрытия, в день торжества православия, в котором приняли участие представители музыкальной школы, бардовской песни города Салавата, подопечные ПНИ. Просто вот людям захотелось, исполнили стихи, рассказали, детишки рассказывали стихи вот с ограниченными возможностями. В общем, как бы праздник удался. С целью данного мероприятия благотворительного был сбор средств для организации, для установления, вернее, пандусов в нашем психоневрологическом интернате города Салават. Еще одной из целей благотворительного мероприятия стало привлечение внимания к нуждам подопечных психоневрологических интернатов.